Привет! Меня зовут Катя. Я Алена. Я Лена. Сегодня мы покажем вам день нашего города Одинцово. Как отдыхает молодежь из года в год. А в конце вас ждет сюрприз. А сейчас мы видим огромный батут, оформленный в виде горки. Нам это напоминает водный аттракцион. А здесь у нас катаются и прыгают дети на батуты. Это очень весело и задорно. Карусели. Ну что можно про них сказать? Ну, я думаю, что в любой стране есть такое, и мы вас особенно этим не учим. Знаете, здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы выиграть большое место, надо попасть все 6 раз. Я пробовала 3 раза, и каждый раз выпадало из 6 только 5 раз. Ну, что тут можно сказать? Обидно. А это то, что мы выиграли. У нас 2 мышки. Обычное время, как гуляют студенты после пар и как мамочки с колясочками прогуливаются с детишками. Замечательный клуб в центре города Одинцово на нашей площади. Сюда прилетает огромное количество уток каждую весну. Но вот скоро у нас будет холодно, поэтому вся эта красота улетит в теплые края, и мы будем любоваться только замерзшей водой. Можем еще кататься на коньках. Вот такие прелестные уточки у нас плавают. Досуг школьники, не только школьники, также студенты, ребята, занимающиеся прямо спортом, экстремальными видами спорта. Давайте посмотрим, как они делают некоторые упражнения. Александр Альбертович, они так долго этого ждали. Я маленький секрет открою. Я никак не мог попасть на... У нас в городе проходил чемпионат, где несколько команд по стрельбе. Эта команда выиграла вот такой прекрасный клуб. И пострадал в город Одинцово. А Алексей говорит, увидите при награждении. Так что, ребят, поздравляю вас. Желаю успехов вам в будущем году тоже. Спасибо. Этот кубок многоэтапный проводится впервые. И я надеюсь, что он станет доброй традицией у нас. Еще раз поздравим ребят и пожелаем в следующем году сохранить этот трофей, потому что кубок переходящий. Жалко будет, наверное, отдавать его. Да? А это наши друзья с Москвы. Они привезли замечательное шоу «Бразильяна». Это смесь капуэра и танцев. И родом это все из Бразилии. Очень надеюсь, что вам понравилось наше видео. See you later. Bye! Bye.